Приветики, приветики, приветики. От нас с малой. Состояние отличное. Идем на прогулку в тихое, уютное место. Язык выражения подбирает четко и ясно. Сегодня в спортзале был человек, который на день рождения был, и он хотел взять мой номер телефона. Несколько раз или бонжур, или хеллоу говорил. Я со второго раза только обернулась, ответила. Я думаю, Дон Жуан, где твои цветы? Да, Кася? Я нереально потею. Нереально потею. Наверное, температура все же есть, но градусника нету. Спина вся мокрая, грудь вся мокрая. Улала, да? Ну, если бы. Улала. Да сколько я не болела. Сколько я не болела. У Глеба, когда жила, было что-то в такой степени. Сентября месяца не было. До такого прям состояния. Нереально тяжело телефон держать. Я лежать спокойно не могу. Мне все надоело, скучно. Вот эти ужасные кустарники с ужасными белыми цветочками, с ужасно-ужасным запахом. Просто нереально ужасно. Чтобы вы понимали, как оно чем-то. В целом все остальное супер. Я счастлива. Дай бог то, что я потратила 18 евро и купила лекарства, чтобы эти лекарства меня поставили на ноги. Я была сегодня на тесте по языку. С 22 мая начинаются курсы. По 5-го, то ли 1-го, следующего, середины лета получается. Вперед. Буду на языках присутствовать. Очень повезло то, что был английский рядом человек, который понимает на английском и мог перевести с английского на французский. А преподаватель только на французском. Сосед, который Алексей на втором этаже жил. Точнее, я жила там, где Алексей сейчас еще живет. Он говорит, я отказался. Там, где я жил, говорит, что это такое? Был бы украинско-французский или русско-французский, другое дело. Только на французском. Она мне что-то вначале вообще, я не улавливал, что она спрашивает. Спросили, типа, напиши название в магазине продуктов, которые ты знаешь. Ну, я говорю, в английском orange, apple. Банана, потейта, бред. И пошло-поехало дальше. Фух. Ручка моя, ручка. Вот так вот. Блин, давно я не ездила, не каталась. Как этого не хватает, капец. Как я люблю катать. Блин, фура такая разукрашенная. Парни у нас два взяли машины.
два парня. Хотя обговаривалось, если берешь какую-то это пособие, я не знаю, какими способами и как. Блин, вот это место, где иду, единственное, не хватает лежака, лавочки, либо взять с собой коврик на траву. Что не хватает. Обратите внимание, какой вид. Обратите внимание, какой вид. Загляденье, шикардость. Вау-вау-вау. Ты сама я, конечно же, вау-вау-вау. Ценителей прекрасного собралось у меня на канале очень много. Привет из родных краев, кто смотрит меня. А, кто смотрел трансляцию, там объявился, как он обиделся, что я его назвала бывшим. Сказал, типа, что ты меня обозвала, бла-бла, напиши номер карточки. Прошли сутки, написала, может, тебе банковский счет скинуть? Человек не читает сообщения, я заблокировала этого человека. На то и это слово придуманное. Хватит уже это все туда-сюда мусолить. Надоело. Тут есть такие цветочки нереально. Цвета такого насыщенного. Да, и рыжая моя. Небо немножко растягивается. Как расходится, короче. Кроссовочки. Выклинчила у одного юриста, адвоката из Лондона. Предлагал мне в Лондон ехать, в Великобританию. Мог помочь, и может помочь. О, газон скосили. Да ну блин! С этой течкой скорее на нее прошла уже. Посмотрите на эти стволы, на эти стволища. Ой, люблю, как я это место. Могу есть ложками. Бокалами запивать. Надо как-то устрицы попробовать. Да блин, они так дешево в Украине у нас в супермаркете стоят. Что я этого ни разу не отведывала. Help me. Мне нужен оператор и монтажер сразу. А чё бы нет, да? Пойдем. Газон, блин, сразу отходишь от трассы. Тишина и благодать. Балдёж. Извините. А с вами-то вообще веселее. Как-то я отвлеклась. Что, держу телефон в руках, и мне как-то все уже, все наладилось. Блин, было бы так, а, люди, да? Да, мои друзья, любимые. Ой, тут тоже косили. Много. Ну, блядь. Да, я тебя отпущу, ты пойдешь. Будешь заниматься самостоятельно. Договорились. Шнули. Шнули. Вали. Иди. Добби свободен, свободен Добби. Нет, Добби это тот, который на Рождество, хотел сказать, американское, европейское Рождество. Добик. Помните? Я рассказывала про Добика. Чихуашка. Чихуашка, чихуашка. Вроде бы чихуашка. Кроссовка. Я постирала, господи, машину. Отойди. Стоит себе. Гля, гля, на машину фиолетовую. Кася, ты хоть на мерз бы запрыгнула, собі б забрала. Гля, гля.
Так, что нам надо? Мне надо затянуть поводок получше. Пальто уже не одевала сколько-то, какое-то время. Сколько-то да сколько-то. Пойду я по газону, люблю я это делать. Здесь это можно, а здесь нельзя. Нет ограничений, как у нас. Не ходите. Только на него смотреть. Фу, прекрасно, великолепно. Закат. Закат еще. Блин, я уже с вами 10 минут болтаю. Ого. Здравствуйте, братулечки. Что у нас тут за Формула-1 прекрасная лётчица? Так. Блин, тут ночью. Жалко, что ночью всей красоты вы не увидите со мной. По камере это не то. Правильно, Катя, нас ссать на эту красоту. Как я счастлива, мои часы заряжаются. Еще смотрите, какой циферблат красивый. Да ну блин. Поставила себе анимейшн. Пофиг. Пофиг. А то вечно типа ставила, чтобы не разряжались они. Сейчас пофиг. Пофиг. То ли воздух пободрее меня делает. Не как в том парке, как предыдущее видео. В воскресенье будет очередной день рождения Владимира. Владимира. Одному человеку говорю, давай этот, я хочу в бассейн поехать, он, давай со мной. Я говорю, да нет, блин, день рождения с каким-то человеком незнакомым. Потом говорю, давай я все-таки приеду уже перед днем рождения. Я его не знаю, он мне день финансово скидывает, помогает вообще безвозмездно. Я с ним, по-моему, на сайте знакомств на Мамбе познакомилась. 3 числа скинул мне 30 евро на, говорит, купи себе бикини. Я думаю, мальчик, 30 евро бикини, где водятся такие бикини. Кто-то насрал, Кася насрала сверху. Подойди, иди сюда. Ко мне. Кам, кам, ко мне сюда. Давай. Подписчики, я вас на столбе оставила. Потому что там... Где-то там. Там. Да ну не блин. Да что оно там зафокусировалось? Короче. Где-то. А вот. Вот здесь. Человек идет с паниелью. Я Катю прицепила, она без поводка. Вы помните это, да? Отцепили мы с вами ее. Кроссовочки уже запачкала. Белый-белый, чистый-чистый был. Она вила. Ну ничего, у меня есть замечательный спрей, который хорошо убирает все это дело. На что это жизнь, чтобы это и делать. Пачкать. Красиво одеваться. И удобно. Настроение. Какой собакин. По той стороне сюда даже не смотрел. Что там вкусно? Ну, трава вымахала уже, вон. Попадала. По поводу змеи поинтересовала, сказали, что здесь ужики, да и все. И крайне редко, когда привозят с продуктами, может что-то быть. Но это очень-очень редко. Очень редко. Мне интересно, как эти языки будут проходить. И о том, что аудитории только на 4 человека вроде бы, или 5.
соберут группу, кто шарит. Я в группу, кто шарит. Кому попроще, чтобы более удобнее преподавателю было. Сегодня был тренер, которому я подмигивала. Хихикала, навязала, он тоже потом хихикал. Я же заходила, его не было за стойкой при входе, за турникедом. Выхожу, он стоит. Я типа, ауа, он подмигнул. Симпатичный парень, симпатичный. Ну а кто, блин, должен номера выспрашивать, а? А то как хихикать навязал, блин, по очереди. Что это за дела? Вот такие дела. Балдёж по травичке. Психолог не является. Я ей скину то, что 22 числа первый урок будет. Понедельник, среда и пятница на полвторого дня. Просто великолепно. Просто вообще. Просто та группа, которая ходит сейчас, они ходят... Ой-ой-ой. Тут грязь. Они ходят на рано, на раннее утро, на уроки. А у нас вообще позавтракал, пообедал, потренировался и на урок. Вот самое главное, надо позавтракать, потренироваться, пообедать на полвторого вовремя на урок, да? Мы же любим вовремя делать все. Так, пойдем к пруду, посмотрим, что там в пруду у нас с водой. Была не этот, не слишком много. Водички. И рука, знаете, вообще не устает. Перестала. А, это, наверное, чудо моя бурена с поеданием травы. Да? Побегала, повеселилась, зарядочку сделали.